кто бы мог подумать, что это действительно все правда. БТГ-генератор, который вы сейчас видите, уже украден. Сегодня ворвались в дом Дмитрию Вячеславовичу Цвенгеру. Сотрудниками полиции, предположительно в масках, которые ворвались к изобретателю, вынесли все подчистую вместе с ноутбуком, с данными, с телефонами, ноутбуками. И изобретатель до сих пор не выходит на связь. Вот что значит запрещенные технологии. А вы думали, что все это шутки? Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл, канал «Запрещенные технологии». Ну что, друзья, экстренное включение. На самом деле я не планировал записывать видео, но тут пришла нежданная и не очень хорошая новость про БТГ-генераторы. Недавно прошла новость, то что похитили генератор на, помните, тот, который я показывал, на 85 киловатт, который, ну, сам себя запитывает и дает 85 киловатт. В общем, сейчас прошла такая новость, что это не кто-то там вынес, да, а к этому причастны государственные органы. То есть, вот вы постоянно спрашиваете, да, почему запрещенные технологии? Ну, вы просто подумайте, а почему к нему ворвались какие-то люди, да, когда человек ничего не продает, никакие генераторы, то есть он ее просто разрабатывал и... Сегодня ворвались в дом Дмитрию Вячеславовичу Цвенгеру, украдена и техническая документация. И непосредственно само устройство, бестопливный генератор на 80 киловатт, компьютеры, на которых были расчеты и проектировки для новых устройств. Пытался как-то показать и привнести. Я думал, как бы 50 на 50 работает оно или нет, да, но факт в том, что ворвались вооруженные люди в масках. Ну, вы поняли, да, кто это? Это не воры какие-то там. Это госструктуры были, которые просто вынесли все подчистую. Разговор я, кстати говоря, оставлю ссылочкой в описании. Это, ну, знаете, это нужно, мне кажется, задуматься. Если что-то захотели вынести и вынесли, это значит о том, что оно, видимо, работало. Это очень стрёмно, друзья, потому что если действительно все так происходит, как вот сейчас есть, да, если это реально подтвердится, то, ну, у нас таким заниматься действительно очень опасно. И какой раз уже подтверждается правильно то, что Андрей Слободян сделал правильно, что уехал из страны и там делает свой БТГ-генератор, развивает все это, и никто его там не преследует. Так что, друзья, если есть чем поделиться, да, лучше либо выкладывайте все в сеть, либо просто уезжайте из страны, если вы действительно знаете какие-то подобные технологии. Просто, как бы, смотрите, самая большая защита себя от вот такого, да, когда вам вломятся, вынесут компьютеры, БТГ-генераторы, и еще вас куда-нибудь упекут, да, если вы никому не рассказывали секрет, то, скорее всего, этот секрет, он останется там, где и вы останетесь, в общем, далеко и надолго. Вот, мои планы какие, да, если вы что-то делаете, либо это все выкладываете в открытый доступ, прям во все щели, чтобы информация шла, если действительно что-то рабочее, да. Если вы хотите, ну, как-то это продвинуть, да, скорее всего, если кто-то сделал БТГ-генератор, он тоже захочет это дело... либо продать, либо как-то распространить, да? Для этого, мне кажется, вам лучше все-таки уезжать из страны, если уж на то пошло. Вот. К сожалению, пока у меня нет ни того, ни другого, я как бы пытаюсь тоже сделать генератор, да? Но явное дело, если бы у меня был такой генератор, то я бы, наверное, здесь не оставался жить, я бы переехал в какую-то страну, даже в Южную Корею, возможно, тоже. В общем, вот такие новости, друзья, не очень хорошие. Прям вообще поразило до глубины души. Надеюсь, что вам понравилось видео. Думайте почаще, что за запрещенный генератор и почему это так написано. Это никогда просто так не написано. В общем, вот такие дела. В общем, такое хаотичное видео. Ладно, все. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока-пока. Друзья, также смотрите видео до конца. Там будет пояснение по генератору. Более подробно с разборами. Но также не забывайте распространять это видео. Это очень важно. Включаю токопотребление. Амперметр.
полтора ампера. Вот. Дальше поставлю на паузу, чтобы была емкость поменьше. Снимаю дальше. Вот подсоединил на два провода. Вольтметр 375 вольт постоянного тока. Водонапряжение показано опять. 200 вольт. Водная плата. 1,6 ампер. Показываю приводы. Буду держать одной рукой телефон. Вот показываю привод. Дальше отсоединил я мультиметр. Вот только потребление опять. Вот показываю силу тока, чтобы видно было, потому что приборы зашкаливают. Вот водород. Хотел сделать емкость, но вот. Вот еще раз показываю. Так, далее. Сейчас остановлю. Дальше показываю работу двигателя. Точно такого же. Вот он подключен, вот сюда вы видите. Может сгореть. Ну да ладно. Подсоединяю. Вот показываю, никаких проводов, кроме одного, через латер идет. Вот двигатель здесь. Вот просто ставлю емкость. Работать. Вот хочу рассказать устройство на синхронный импульсный магнитный резонансный двигатель. Состоит из генератора аксиального
В аксиальном генераторе 6 катушек. Радиальный генератор 16 катушек. Радиальный генератор соединен в цепь. То есть катушки практически замкнуты друг на друга через конденсатор и диод. Две катушки конденсатор, две катушки диод. То есть цепь замкнута. 4 фазы. Дальше. Два маховика. Сверху двигатель постоянного тока, но еще не дотек. Вот я вчера запустил его с 50 вольт через ватер. Там есть еще видео, где показано, сколько он выдает. Это можно варить с него напрямую. Там ток больше 50 ампер. Приборы зашкаливают, когда начинаешь мерить. И он достиг 2000 оборотов и запустился сам. То есть начал повышать обороты. Если не вылетели магниты, то он свободно вылетел. Я успел соединить ватер, вылетели магниты, появился здесь баланс, он упал под стол и остановился. Через минут 5. Вот. Магнит выбил меня. Очки. Вот победил. Лицо. Что я хочу сказать? Мы сделали уже в составе нашего КБ около 20 двигателей. С момента начала, это 2010 год. Ну и сейчас 2019 год. Все эти двигатели сверхъединичные, магнитно-резонансные, асинхронные и импульсные. И все можно. Для всех можно сделать либо самозапитку, либо они при наступлении резонанса включаются автоматически. Вот. Но для того, чтобы сделать такие двигатели, нужно высокоточное оборудование, потому что магниты имеют погрешность, это все имеет погрешность. А тут маховики мне пришлось сохранять, точить на клинике вот так. Здравствуйте все, приветствую. Сегодня 4 августа 2019 года. Пока разобрал двигатель, после испытаний хочу сделать некоторые пояснения. Для тех товарищей, которые, может быть, чего-то недопонимают. Значит, этот двигатель снабжен на сегодняшний день одним приводом от стиральной машинки 420 Вт, который разгоняет до резонансной частоты. Далее привод не требуется, с него можно получать еще и дополнительную электроэнергию. Так как магнитный двигатель при достижении частоты оборотов 2100-2500 оборотов включается, то есть магнитный двигатель состоит из статора, сколько магнитов в нем я говорить не буду, и ротора, вон он внутри находится. Дальше, вот он, еще половинка ротора, магниты, залитые эпоксидкой, со специальным составом, который электролизуется. Вот. Ну, сразу хочу сказать, что такие устройства требуют очень точного изготовления. У меня его нет, потому что все делается на коленках. Вот. И все это чревато последствиями. Вон, видите, какие последствия. Глаз, очки. Ну и тут все по маленькой моей лаборатории летало. Потому что до этого я его включал. Догонял до 1000 оборотов с этого двигателя, можно было варить электродом тройка напрямую. Причем нагрузки движок не чувствует. Потому что здесь сам генератор соединен уже изначально в цепи. 4 фазы соединены таким образом, что даже при разгоне они уже имеют цепь. Дальше отсюда можно брать съем. Каждая фаза минимум по 100 вольт, ну, где-то 50 ампер постоянного тока. Дальше. Сейчас я его разгонять не буду, соберу. На нем можно включить самозапитку, либо включить магнитный двигатель. Лучше, конечно, включить магнитный двигатель, потому что в этом случае не нужно ни привода, ничего. Можно просто брать отъем электроэнергии прямо с генератора. Если включать самозапитку, обороты, где-то 1000-1500 оборотов, он включается вот с этого нижнего генератора, с аксиального, он собран тоже в схему. И дальше уже двигатель работает на самозапитке. Потому как, если включается магнитный двигатель, то контролировать его до достижения 4000-4500 оборотов невозможно. А в силу того, что здесь магниты все приклеены, они вставлены в обойму, это, как я уже говорил, чревато последствиями. Благодарю всех за внимание. Всего доброго.